Ну что, балкон у нас частично готов. Сейчас я вам немножко сфокусирую. Так. Вот так это дело сейчас все выглядит. Но у нас нет хорошего стула. Точнее, он у нас есть, но он советский. За ним долго никто не ухаживал. Вот. И чтобы не покупать новый, в целях экономии бюджета, да плюс стул в хорошем состоянии, в принципе. Хочу поменять обивку. Тут я уже все достала. Оказывается, все очень легко вот так вот вынимается. Поменяю обивку у стула. И буду шкурить его и красить в черный цвет. Буду использовать вот такую вот краску. Эмаль по дереву и металлу для внутренних и наружных работ. Пользовалась ей, когда делала переделку в ванной, точнее в туалете. И вот у меня осталось там большое количество. Буду также сейчас перекрашивать стул вместе с вами. Что мне понадобится? Буду, наверное, делать это не здесь, а в зале. Застелю пол старым полотенцем. У меня три наждачные бумаги разные зернистости, самая такая твердая, потом средняя и мелкая окончательно. После того, как я все прошкурю, протру влажной тряпкой, дам просохнуть и буду красить. Надеюсь, что хватит пару слоев. Вот мне кисточка в помощь, которая участвовала во всех переделках этой квартиры, и перчатки. Если буду что-то использовать по ходу, то вы, я думаю, увидите. По поводу сидушки буду переделывать, точнее обшивать, получается, заново сидушку. Хочу использовать остатки штор с детской. Ну, я думаю, об этом чуть-чуть попозже, когда уже покрасим сам каркас стула. Ну что, поехали? Yeah.
premiumbead.com. Я уже покрасила, получилось у меня в 3 слоя, потом покажу конечный результат, но сейчас показываю промежуточный. Так порадовалась, как получилось, что принесла на балкон, посмотреть, как вообще все вместе сочетается. Мне безумно нравится, вообще классно все смотрится, стал таким современным и очень даже стильным, я бы сказала. В общем, я так загорелась всей этой переделкой, что решила табурет, который мы хотели выкинуть, также отшкурить и покрасить, и поставить его при входе справа, ну, тоже на балконе, вот, и на него поставить какой-нибудь цветок. Вот как какие-то такие у меня планы. Но даже если не очень получится, то, в принципе, не так обидно, все равно собирались его выбрасывать. Вот. Куда хочу поставить? Хочу поставить его вот сюда, вот сразу при входе. Получается, он сольется со стеной. И на него уже поставить какой-нибудь красивый высокий цветок. Вот. Как-то так. Вот, кстати, примеряем плинтус. У нас его не было. Раньше было вот так вот, а сейчас я просто вот приставила его, получается, к стене и к полу. Выглядит уже более завершенно вся композиция. С этой стороны поставила один. Ну, останется подрезать и сделать под столом там буковку П, плинтус. И вот здесь все эти зигзаги оформить. Вот, я, значит, приступаю к табурету. Вот, сейчас буду все ошкуривать. Не знаю, хватит меня сегодня или нет, или продолжу завтра. Желаю вам приятного просмотра.
Что-то я проворонила момент и не записала вам, как я поменяла обшивку на сиденье. Внутренности никакие менять не стала, просто натянула ткань. Ткань это у меня со штор кухонных. Я ее сшила в два раза, получается. У меня были вот такие вот обрезы от штор. Вот, я прошила на машинке вчера. И, ну, так как мне не хватало, получается, ровно, чтобы перекрыть полностью, я решила сделать шовчик вот так вот посередине. И затем я ее прогладила, эту ткань, и вот так вот перевернула, натянула хорошенечко и начала вот таким вот строительным степлером, получается, прикреплять саму ткань к сидушке. Ничего старого не снимала, вот даже видно. Там первая обивка кто-то делал, потом вторая, вот на которой мы непосредственно уже сидели. И вот желтенькая, это уже моих рук дело, так скажем. Вот. Вот так вот у меня получилось. Сейчас я ее почищу немножко роликом, потому что здесь какие-то непонятные штуки. Хочу почистить, в общем, и буду уже класть в стул. Все, стульчик у меня будет готов. Вот так вот у меня получилось. Даже есть какая-то изюминка в этой шве, мне кажется, прикольно выглядит. Вот и получившийся результат. Конечно, это не окончательный вид нашего балкона, он еще будет преображаться. Но на сегодняшний момент мы очень довольны результатом и ни разу не пожалели о черной стене и потолке. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. You can fly away.
Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!